Тело 10-летнего мальчика, утонувшего в Смоленске в начале весны, найдено спустя 2 месяца. 8-летние Леон и Ярослав Джиджоевы и их 10-летний товарищ Арсений Сидор ушли гулять в районе улицы Соболева 7 марта. Обратно мальчики так и не вернулись. Тело одного из братьев водолазы обнаружили в Днепре на следующий день. Жуткое известие стало для мамы двойняшек сильнейшим ударом. Женщина долгое время не могла прийти в себя и даже отказывалась предавать 8-летнего сына земле в одиночку, пока он не дождется брата. Мальчика похоронили лишь 19 марта. Еще одного ребенка удалось найти лишь в минувшую субботу, 14 мая, в месте разлива реки, вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области. Дети играли на льду, провалились и не сумели выбраться из ледяной воды. Антропометрические данные, а также одежда совпадают по описанию с ориентировкой на малолетнего, пропавшего без вести 7 марта в Смоленске.